У него совершенно потрясающий, не берущийся, не смог выручить свою команду в Вратарском Сити. Но сейчас посмотрим, что делает Кагава. Кагава делает передачу на своего партнера. И здесь спасает свою команду Миньолено. А дальше нет положения вне игры. Мхитарян открывает счет. Вот так. При полном попустительстве обороны Ливерпуля. Бывает быстрый гол. Давайте еще раз. Вот здесь потеря. Филиппе Коутиньо сделал неудачную передачу на Морено. Перехватили мяч игроки Дортмундской Боруссии. Пошел вперед Кагава. Делает передачу. Ну, вообще-то, пас был, вы знаете, довольно спорный момент. В момент передачи, мне кажется, Абамиянг был в офсайде. Но, опять же, то, что, мне кажется, не имеет никакого значения. С ударом Абамиянга справа пропустил вот это нарушение. А нарушение-то было. Снова с мячом футболисты Дортмундской Боруссии. Смело они идут вперед. И пас на Абамиянга. Удар! 2-0! Вот! Это начало! 2-0! Боруссия впереди! Зону обороны. Сако Ловрен очень неуверенно. Особенно Сако сыграл против Тоттенхэма. Игра завершилась в ничью вот здесь на Энфилде. 1-1. Ну как же Сако-то пропускает эту передачу, практически не ускоряясь. И посмотрите, в ближний угол мощно, практически с носка бьет Абамиянг. Ну что? Что здесь? Да, штучко. Уже атакующая линия. 11-й Марко Ройс, 23-й Кагава. Замечательный матч проводит японец. Мхитарян 10-й и впереди Абамиянг. 17-й гол! Дивок Уриги сокращает разрыв в счете. 48-я минута. Смотрим за этой атакой. Милнер сыграл на кратке. Джан. Дальше передача, снова Джан, нет офсайда, нет, выходит Риги. Вот здесь, конечно же, уже позиционная ошибка защитников Боруссии. Сократис, который великолепно, на мой взгляд, провел первый тайм, блокировал, ну, удара 3-4 очень опасно. Назад на Хумельса. Дивок Уриги сейчас прессингует центрального защитника. Великолепная передача на Ройса, Ройс бьет воротом, 3-1. Вот это уже приговор. Приговор. Хумерс делает потрясающую передачу. Это явно тактические. Смотри, как располагается Клайн. Ну как можно? Да нету никакого офсайда. Вон там стоит Мамаду Сако. Свободная зона открыта. Хумерс, сделай передачу. Ну он и делает вот так. Технично в дальний угол. Но с другой стороны, единственная претензия к Симону Миньюле Пален. Смещается в центр Морено. Играет на Коутиньо. Коутиньо! Коутиньо! Удар ворота! Гол! Гол! Коутиньо сокращает разрыв в счете! 66-я минута! Ливерпуль еще жив! 3-2! 3-2! 5 мячей. Еще время 25 минут. Еще. Но главное ведь не пропустить. А как пробил? Как пробил? Вратарь Вайденфеллер ничего не смог сделать. Нет, этот мяч не берется. Не успевает Хумельс накрыть удар бразильца. И тот летит в самый нижний угол. Ух, как. Без вопроса. Тоже игрок сборной. И сейчас гол! Гол! Счет! 78-я минута! Смотрим еще раз этот угловой! И здесь боднул Мамаду Сако этот мяч в ворота Романа Вайденфеллера! 3-3! Что творится? 3-3! Sturridge, oh, just let it run away from him. Oh, but he's poked it through for Milner! James Milner's ball in, they're queuing up, it's there! They've done it! Dejan Lovren has sealed a stunning comeback for Liverpool!